Включается. Включаем зажигание. Так, это у нас масс, да? 536. Не загрузилось полностью. Еще раз. О, увидел. Так, какой еще раз? 536. Так, какой блок управления, знаете, нет? В смысле блок? Мозги стоят такие. Ладно, сейчас перебедем, определим. Каминс, не знаете вообще, нет? Каминс, Бош там, или что? ЕДЦ-7. А во, увидела у нас. Паспорт. Вон они, вот если не тяжело, обернитесь. М230, все, не надо уже, я нашел. М230 у вас блок. Так, сразу по ошибкам посмотрим. Так, напряжение питания, высокий уровень сигнала, датчик положения педалей, низкий уровень сигнала и напряжение питания, неисправный уровень. Так, 2104, вот только неизвестная ошибка. Сейчас посмотрим, что за 2104. Сейчас ее посмотрим, чего она не написала сразу, что за... Так, не проведена калибровка ТНВД. Так, что у нас есть? Заводим пепелац. Так. По воздуху типа. Требуемые обороты 700 вытягивает. Так, не увеличивали обороты. Вы мне расскажите, что у вас с датчиком температуры? У меня вот был, короче, лампочка горела на уровень, вот я менял. Датчик, ну, температура. Температура нет, уровень тазола. Уровень хорошо, меня температура сейчас интересует. Да, вот это нормально. Пока поднимается все. Да, да. Потому что смотрите, у вас по мозгам выходит температура охлаждайки минус 270 градусов, видите. Половины. Нажимаешь. Оно в аварии было у вас. Все, терестировку сделали. Заводим. О, ошибка пропала. Но работает все равно не вполне адекватно. А газните-ка сейчас. Отрубает тоже? На половину тоже не слышится. Ну давайте, еще раз нажмите. Еще, еще. Так, глушим.